Дагестана, тур 7, вещаем для вас с Имамат арены. Это классная погода, год 2023, свисток понеслась. Ну что ж, не будем откладывать счет в этом матче. И вот так вот, полумоменты создавала Сана, как-то рядышком вокруг да около, а Махачкала взяла и выстрелила, и буквально и вновь он мяч получает в центре поля, и вновь впереди некому отдать, закидушечка до Рамазана Магомедова, ну там рядышком сразу два защитника, но ведь это Рамазан Магомедов, он принимает, разворачивается и забивает гол, красавец просто Рамазан, один. Мехтеев, касание передачи, можно пробить и наносит туда, а добивание будет. Ну, красавец Амир Магомедов в рамках правил. Мехтеев, Финн Зиданов заложил, есть левый партнер, но забег решил сам пробить. Еще один сейф Амир Магомедова и корнер в пользу Махачкалы нет. А вот пока, но мало этого, ух, какая крученная на дальнюю штангу. И через себя Магомедов, а еще один удар, 2-0, вынимайте, 2-0. Сана увеличивает отрыв. Свисток арбитра начался. Тайм второй. Матч, да, Рабан Шабанов, может, мне подскажет? Или за мелкие фолы? По совокупности. Как я читаю вот эту судейскую игру. А тут удар от Раджабова. С угла поля. Отдача высокая, да, Магомедова, удар, перекладина, и мяч вылетает в поле. Сел? А что тут? А тут еще один момент. У Саны Магомед Мустапаев на этот раз угрожал воротам. Ахмед Магомедов, неплохо, опасно, очень удар, ух ты. Какой момент сейчас был? Ахмед Магомедов 3-0. И вот это, конечно же, по мне, жирная точка. Минута. Курбанов подсказывает мне, что было два касания при ударе, да? Ну, действительно, подскользнулся бьющий футболист. И там, ну, могло произойти все, что угодно для этого сейчас. Шамиль Магомедов отправился к мониторчику. Росаут. И вновь Магомедов выигрывает. Второй этаж и забивает. Но он все сегодня практически выиграл на втором этаже. 4-0, это уже разгром.